ждет сейчас от подписания данного договора, вот, что хотите получить на выходе, и что ожидаете? Речь идет о том, что агентство, которое является, уже является нашим контрагентом, партнером сегодня, будет работать вместе с нами, совместно с правительством республики в реализации ряда важнейших социальных программ. Безусловно, это все связано с небюджетными источниками финансирования проектов. Хочу сказать, что спектр работы, который предполагается, он очень широк. От реального сектора экономики до всего социального блока. Это и здравоохранение, образование, дороги, инфраструктура. То есть все то, чем человек, как говорится, живет и дышит. Мы очень надеемся, что опыт агентства в реализации подобного рода сотрудничества уже более чем в десятках регионов страны будет применим и востребован у нас в республике. Надеемся, что в самое ближайшее время специалисты агентства прибудут к нам в регион, проведут свою рабочую встречу и совещание с коллегами из правительства республики. Безусловно, я оставляю за собой право персонально не просто контролировать, но и возглавлять эту работу. И все это укладывается как раз, собственно, в тему проходящего сегодня форума здесь, в Сочи. Это приоритет. Приоритеты в развитии экономики. Мы, безусловно, не располагаем сегодня огромными финансовыми возможностями, поэтому для нас крайне важно сегодня определить для себя приоритеты в социальной сфере, в экономике региона и направить туда все свои силы и ресурсы. Еще раз повторюсь, как из внебюджетных источников финансирования, так и за счет своих собственных возможностей.